Доброе утро! И скорее, меня зовут Джина. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о нашей жизни в Южной Корее. Вот мой младший сынок, точнее, уже почти что средний, да, сына? А вот мой старший сынок. Сейчас я отправлю их в садик. Мама. Да, это мамочка, да? Я кто, сына? Мама. Да, я мама. Да. Мама. Что такое, Шасуна? Что тебе папа дал? Что тебе папа дал? У тебя ротик ровный. Мама. Да. Давай тебе ротик вытрем. Вот так, вот так. Ой-ой-ой, не падай, не падай, мой хороший. Мама. Да, утек. Сейчас отправлю их в садик, буду собираться. Нужно будет принять душ, накраситься. И после я поеду помогать племяннице мужа с переездом. Она переезжает в новую квартиру. У нее там будет парковка. И мы нашу машину старую отдаем ей. Машину она заберет чуть позже, в июле. Как только закончит все обустраивать. Почему сейчас отдаем и почему машина была все это время с нами? Потому что в квартире, где жила племянница, там не было парковочного места, она не могла ее забрать. Сейчас уже наконец-то сможет, и муж, получается, решил подарить своей племяннице такой вот подарок. Мы с Элем пропустили автобус. Мама. Мама. Он смотрит на собачку. Мама. Корейцы собак подзывают. Манмон, манмон. Пропустили мы автобус. Мама. Только Ян сел на автобус. Почему? Потому что Елька надела. Пришлось его купать, переодевать его. И сейчас на коляске идем в садик. Нужно быстрее-быстрее, чтобы не успеть собраться. И чуть позже за нами приедет, за мной и за свекровью приедет старшая сестра мужа. И мы поедем помогать все вместе племяннице с переездом. Инзаэджи! Не поздоровайся! Встретили по дороге тут мамочку. Она тоже иностранка. Ира. О, куда-то сунул, да, именно. Аньязайо, Эджи. Аньязайо. Сын, нажимай на кнопочку. Нажимай. Не-не, нужно на первую, на первый этаж. Ой, молодец. Сладкий такой. Все, пойдем. Аньясайо. Ира, бай-бай. Ира, бай-бай. Оставила Еля в садике, теперь нужно будет отвезти коляску в другой садик, вечерний. В этот садик они ходят днем, а вечером их забирают на автобусе и везут в другой садик, который находится поближе к дому. Удобно забирать детей, не нужно идти до этого сада. Можно забрать из сада, который находится ближе к дому. Всего 2 минуты идти. На улице так душно, так жарко. Вот этот вот сезон дождей, который начался, это вообще в Корее что-то с чем-то. В августе начнется самая жара, будет парилка после того, как сезон дождей закончится. А вот и наш вечерний садик, что в дневном, что в вечернем садике есть автобусы, детей забирают и привозят домой после садика. Я вечером детей забираю сама. Сейчас буду оставлять коляску на парковке. Приняла душ, но не было времени сушить волосы. Выйду с мокрыми волосами, они быстро высохнут. Сделала легкий макияж, у меня только ресницы накрашены, губы. И также нанесла SPF. Без него летом никуда. Перед выходом обязательно нужно включить поглотитель влаги. Почему? Потому что влажность в Корее летом высокая, и чтобы не появилась плесень в квартире, включаю осушитель. Потом вот здесь вот собирается вода.
кафе. Выглядит в корейском традиционном стиле. Будем есть корейскую кухню. Okay. Иди.배 조심해. 여기 뭐 나오는 거야? 어, 그런가 본데? 너무 많다. 근데, 좋다. 근데, 쟤는 왜 정의가 없어? 네. 이게? 와, 곱 먹으시고. 이건가? 그러게. 안 주셨네. 아니야. 아리스피리 코아드 발전 드려요. 아직 메인 메뉴 안 나왔어. Рис будет отмокать, и потом мы будем пить эту водичку с рисом. Еду все приносит. Я же не знаю, раскладе этих блюд. Работе. Сосочек у каждого тетчики. Сейчас мы приехали в кофейню. Попьем кофе и потом поедем уже племяннице домой. Вот в кофейне продают всякие заколочки, сережки, украшения, колечки. Мы уже приехали в квартиру племянницы, из которой она переезжает. Чуть позже приедет Аджоси, который будет помогать с переездом. Он будет таскать все вещи, собирать их в коробки и перевезет их в новую квартиру. А мы все те вещи, которые он перевезет, будем раскладывать по местам в новой квартире. И я после того, как здесь все вынесут, покажу вам обзор квартиры, в которой раньше жила племянница. Большинства вещей уже нет. Дяденька такой быстрый, все быстро разложил по коробкам, вынес. Здесь, получается, идет обувница, довольно такая вместительная. Разуваемся. Ой, здесь душевая. Так, как? Что я сделала? А, все. Все, включила. Можно здесь нажать на эту кнопочку и выключать свет во всей квартире, что я только что и сделала. Здесь душевая. Классно, что она с дверью. Вот она я. Раковина довольно такая глубокая, унитаз. Сразу напротив кухня. Электрическая плита, стиральная машина, раковина, шкафы. Здесь вытяжка. Здесь есть даже духовка. Так, давайте посмотрим, что внутри. Внутри здесь спрятан холодильник, а здесь морозилка. Вся мебель есть, и даже есть стайлер для одежды. Это все опция. На потолке находится кондиционер. Здесь домофон. Также можно
регулировать температуру. Это температура воды и температура пола. Что отопление в корейских домах идет от пола. Здесь как гостиная. Телевизор тоже. Получается хозяина. Здесь шкафы. Здесь можно хранить одежду. А здесь получается еще одна комната. Здесь была гардеробная. Туалетный столик. Зеркало. И здесь есть лестница на второй этаж. На втором этаже матрас. Но здесь не встать в полный рост. Здесь вот высоко. Спускаемся обратно. Здесь узкая, очень узкая лестница. Высокие ступеньки. Сейчас я вам покажу еще из окна вид. Вот. А вот так. Открывается очень туго. Это второй этаж. Вот и новая квартира. Здесь пока еще нет вещей. Мы выехали первые. Здесь получается обувница, обувной шкаф. Здесь чисто один этаж. Кухня. Холодильник. Кухня. Отделяется дверью. Вот такой вот вид из окна. Туалет. Душевая. Здесь только нет двери. Но места много. И комната. Кондиционер. Все уставшие. Телевизор есть, шкафы с двух сторон. И веранда. На веранде есть стиральная машина. Много места. Здорово здесь. Домофон. Это для воды. И, чтобы отапливать полы. Здесь уже получается не кольце, ежемесячная оплата, а чунце. 100 миллионов вон. И платить ежемесячно нужно только за коммунальные услуги. Переезд завершен. Оставляем племянницу в ее новой квартире и возвращаемся в Сеул. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!